лысым яйцами им приятнее будет. То есть уже подсознательно, даже не подсознательно, а сознательно. Беспокоиться о самочувствии той тян, которая будет. Ну, ты же понимаешь, что смотри, вот вообще, вот так устроен мужчина и так устроена женщина, что вот когда дело доступает. Похуя, у нас танкуют, блядь, снайпер и селедка. Объясни. Вот смотри, Little Brides, на самом деле здесь ничего как бы нет плохого, да? То, что ты думаешь о женщинах, да? То, что ты там, не знаю, хочешь быть более там спортивным, да? Там, ухаживаешь за своим телом, это, конечно, супер охуительно. Но ты должен понимать, что раз ты совместил, блядь, при как бы зачатии, да? Даже не когда ты формировался твой плод, да? А вначале ты совместил X и Y хромосому, то ты уже сверхчеловек. Ты понял, о чем я сейчас сказал или нет? Ну да, да. Вот смотри, женщина, она всегда, как бы, знаешь, она вообще пассивная от природы, ну, как по природе. Вот то есть, почему, допустим, вот как бы мужчины, вот они сильно угорают по иерархии, там, короче, постоянно друг друга троллят и все прочее. Потому что им, как бы, очень важно, чтобы они как можно больше приобретали, знаешь, этот какой-то, знаешь, авторитет. А женщина, ей не важен авторитет, ей женщине только важно, как, блядь, присосаться. Да, присосаться к мужчине. Понимаешь? А потом уже ебать ему мозг. Почему ты этого допустил вообще, Little Brides? Потому что я долбоёб. Мне нужен был, вот эти вот ошибки нужно было совершить, чтобы впредь их не совершать, я думаю. Ну. Надеюсь, да. То есть ты сейчас ее реально выгнал, да? Конечно. Все, заебись, красавчик. Она страдает вся хуйня, но это, понимаешь, это очень часто происходило. Выгнал, все. Ну, она еще придет сегодня, там потом утром заберет вещи. Правильно, да, правильно. Только, короче, когда она еще утром, чтобы она точно ушла, ты обязательно потом закинь ее в конференцию. Алло, Кексак. Да. Собирай еще эту дезолятор и криты, короче, и тогда вообще заебись будет. Я знаю. Спасибо, блядь, за совет. Не, серьезно, мне так нравятся, короче, твои три бьельбиры, вообще охуенная штука, я считаю. Бля, мы сейчас соснем, пацаны. Заебись. Ребят, там очень-очень. А, блядь. Ну, кстати, я смотрел, как меняется, ну, твоя статистика, короче. Третий лишний, второй заебок, а третий как бы уже нахуй не нужен. А за кого Кексик играет? За снайпера. Нет, так чё, три мьёльнира это уж не умеет, пацаны. Только за счёт вот этих восьми ударов, ну, за счёт разряда. Ну, он чаще будет просто. Блять, я окаменел нахуй, пацаны. Блять, и тут я понял, что не надо окаменело. Все, пацаны, пушим нахуй. Ой. Здоров. Спасибо. Ковальский, так это, блядь, не интернет и дела, блядь. Это то, что наши провайдеры несовместимы, блядь, понимаешь, в чем дело? Я сейчас спокойно, блядь, заходил и играл с людьми в этой Join Room, блядь, с Хэллоуни. Ну так понимаешь, в чем прикол? У тебя в комнате, походу, показывают людей, которые возле тебя находятся. Ну да, да, да. У нас же, понимаешь, мы же вот какой-то, вот, знаешь, вот почему у меня Западная Европа не работает, да? Вот у нас где-то, короче, вот разрыв находится такой мощнейший. Вот. Да, вот, допустим, нет, нету договора между... Ну я понимаю, о чем ты говоришь, да. Вот, допустим, вот смотри, вот Китай вроде очень пиздец как рядом находится, да, а хуй с ним поиграешь, с Китаем, блядь. А вот с Японией нормально играть. Интернет это же я прокачал, блядь, у меня супер охуенно, вообще я сейчас конфу держу, блядь, и даже... Да, блядь. И у меня пинг нахуй 65. И плюс еще Вика играет с этого же канала, понимаешь? Нет. Есть настоящий, нет здесь? Нет. Блять, она меня убила, сука. А вы что, играете в одной квартире? С кем? С Викой.
логикой. Но если мы, блядь, живем в одной комнате. Две пекарни, и вы как бы вот. Да, ребят, да, лучше дойти. Да. Причем у Вики раньше она сидела с ноутбуком Анки, да, но потом, короче, я ей подарил пикап. Им, ну мы не сделаем там ничего, они все. У меня у Вики 6 гигабайт оперативной памяти, а видеокарта Sound Blaster Audio G. Ну вообще, видишь. Четко. Геймерская клавиатура. Я всячески поощряю, короче, когда человек чем-то занимается, я не очень, как бы, ну, за счастье ему что-то, знаешь, там, приобрести, там, как-то, не знаю, там, еще что-то сделать. Ему? Ну. Я даже Вики синтезатор купил, когда мы еще даже не были женаты. Чё? Если надо, ты не поженилась, ты забрал? Не, знаешь, дешевый такой. Да у меня, раньше Yamaha охуенная была, блядь. Помнишь Кексик вообще, да? Вот, мы почему-то с Кексиком, короче, у нас вот очень много этих пересечений оказалось, вот, ну вот на таком уровне, короче. Мы даже одинаковые рюкзаки с Кексиком. Да, это проблема. Не, у нас что-то реально очень много одинаковых вещей. Да, да. Гитары у нас одинаковые, рюкзаки одинаковые, там, что-то мы еще смотрели там. У нас даже есть маленькие коробочки со всякими там переходничками со всякой хуйней. Да, 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 да. Блядь, такие коробочки есть у всех. Ну, блядь, чтобы гитару... У меня не было, никогда не будет. А как ты живешь, блядь, вот у тебя появилась какая-то хуйня, а переходника на нее нет? У меня никогда хуйня не появляется просто так. Я, блядь, нахуй, царь и бог своей жизни. Специально появилась, блядь. Не просто так. Смотрите Пикчу. Какой Пикчу, блядь, дзигал нахуй, мы дефаем вообще. Набили, блядь! Что? А ты мертв, ты имеешь право, блядь, посмотреть Пикчу. Так, там по топу пушат, пацаны. Вот видишь, Зигал, а если бы он смотрел бы Пикчу, короче, он бы этого не сказал, нахуй. Скушали бы ебаной матери топ, короче, и ты кричал бы потом: «А, блядь, почему никто не дефал топ, блядь?» Да, Зигал, все правильно. Да что ты, блядь, сука, хули мне такой... Бля, не умирает, нахуй, пацаны, я ее убиваю, она не умирает. Че за хуйня? Не, мирный это говно, короче, три Майла Шторма. А я уже вижу, что это не. Ну, третий точно лишний. Ну, блять, по-любому нужен дезолятор и криты. Ну, да, да, да. Если бы собрал бы как бы да, их разные, как бы. Нет, тут два. А кстати, Кексик, а почему ты не прожимаешь их вот эту активную составляющую? Может, я еблан, блядь. Вот, попробуй реально, короче. Просто я даже не знаю, она будет, ее можно последовательно юзать? Нет, то есть, нет. Если ты юзаешь один раз, у тебя разряжаются все три моустона. Да? А ну попробуй как-то так сделать. Да я пробую. Кроме того, в общем-то, если до пергака снайпера добрались, то там уже не получится. Так, ну теперь можно Пикчу посмотреть. Пацаны, короче, новое видео вышло. Древний баян, который вот каждый раз. Тут просто ностальгии тред, короче. Там про по демотиваторам, по прочему. Понимаете, вот, короче, ностальгия нахуй. По демотиваторам, блядь. Пиздец. Так, ребят, у нас, в общем-то... Блядь, это охуенно, а это... Вот кто-то же, блядь, придумал такую простую идею и продает эту хуйню за бешеный баб. А ты же знаешь, у нас, короче, есть магазин, называется Центральный универсальный магазин, нахуй. Да. Вот. И там, короче, продаются, знаешь, типа, вот, продается обычная рамка А4, а там под стеклом, допустим, презерватив и надпись такая в стиле демотиватора. Да, в случае необходимости разбить. Из 90-х, блядь, вообще такое. Да. Знаешь, вот, мне очень нравится такая вот... Такой вот наебизнес, да, когда какая-то хуйня там, ну, просто обертка меняется у какой-то хуйни, да, и она продается в 10 раз дороже, блядь. Ну, понимаешь, мне нравится такой наебизнес, но мне не нравится, что этот наебизнес работает. Да похуй, блядь.
Главное, что... Ну, смотри, вот здесь в чем проблема вот этого? Почему бы я вот не купил бы вот эту хуйню? Потому что здесь, ну, неправильные стаканы использованы. Это симулякры, короче, граненых стаканов. Видишь, это неправильные граненые стаканы. Это китайская подделка, ебаная. А, ну, кстати, да. Плюс, короче, столичка, да, которая тоже ебаная какая-то, это вообще, это не столичка, нахуй. Ну да. Ну так, конечно, прикольно, и коробка вот эта в стиле Советского Союза. Да нет, это все, ну, блядь, ну это я не знаю, сколько это стоит? Наверное, $100, да, блядь? Ну, как минимум. Пиздец вообще, блядь. Ну. Блядь, сколько себестоимость этой столичной, блядь, вот этой самой, блядь, не консервы нужно. И трех стаканов, блядь, и коробки. Не, ну понимаешь, вот, допустим, ну вот здесь более-менее аутентично, только вот эта открывашка. Вот, а столичка это не столичка, нихуя. Ну да. А вообще интересно было бы толкать какие-нибудь товары, короче, заделанный под совок. Да, это уже все толк. Причем даже, по-моему, эта столичка наклеенная просто, короче, на этикетку, нахуй, на какую-то бутылку. А помните, раньше продавались в магазинах стопарики, короче? Да. Я, кстати, их очень любил покупать. Вы, кстати, еще будете играть же? Да. Я тоже покурить. Ну, заебись, блядь, охуительно. А там все равно слота нету, как по свободу. А как же, у вас же четверо сейчас. Ну почему? Кексик, Роршак, Вика, Зигал и я. А Дум кто? Нет, Дум там какой-то левый бил. Я же сейчас не играл вообще. А-а-а, блять, ну ладно. Я думал, ты за снайпера играешь. Ковальский? Не-не-не, это Кексик за снайпера. Ковальский, смотри, касательно видео, чтобы у нас как бы не было проблем с этой хуйней. Если ты хочешь записывать видео, когда мы играем, короче, ты, блядь, вообще мне похуй, без проблем. Только можно, пожалуйста, блядь, предупреждать перед тем, как говорить, типа, я нажал на запись, нахуй, это уже. Окей, блядь. Понимаешь? Ну хочешь, я аудио буду удалять. А, ну, блядь, ну скайп имеется в виду. Ну вообще, как бы, у меня отдельно скайп не получится. Да не, мне вообще это как бы никак не волнует. Просто говорить, типа, ну мы будем типа играть и это, ну так типа просто играем, как бы. Ну, вот. Просто знаешь, когда мы, допустим, что-то вот обсуждаем, там, допустим, там, не знаю, там, Малафью, там, короче, говном обмазаться, понимаешь, это не совсем как бы серьезно воспринимается людьми некоторыми. Я понимаю, как бы, что ты живешь в европейской стране, а я же все-таки, знаешь, в таком, блядь, в азиатской, нахуй, диктатуре, блядь. Ну хорошо. Все, базара. Базара, нет. Рожик, я тебя слушаю, короче, в конфе и на ютубчике одновременно. Да, вообще заебись, я там пока скажу покурить. Вот и проебали мы с тобой, в общем, пул кексик, а то бы у нас пул сейчас. Лайткоинов? Да. Лайткоинов-то, посмотрите. Алло, вот так вот оно было и с пулом тоже. Вот биткоин-то вообще поднялся на $10. Существо может существовать автономно. В 5. По 6. В пол 6 поднялся, понимаете? Прикол-то поняли, да? Да. Нормально. Может в Доту с... Не, у меня канал маленький. Тебе хуй маленький. Мне качать придется долго. И надо убраться. Из дома? В комнате. А то прям бордель ебан. Развел тут, блин. Да это Даша все виновата. Она шлюх водила? Это все Даша. Что ты делаешь? Тут забыл причем.
Первый скилл. А вы видели, как солдат спасал крота? Да, Барси как бар, короче. Это пиздец. Так, тут что мы ищем? Блять, послезавтра уже будет. О, блять! Как я проигрываю! Чего? Солдаты, которые кошку спасают. Вот так. Вообще пиздец. Блять, братишка, ты не видел этого? Да, панда, блядь. Не видел, но я смотрю его второй или третий раз. Когда кот еще на провода падает, это же вообще пиздец. Назад! Кота поймали. А вот мне кажется, что были какие-нибудь случаи, когда котов не снимали, и они, короче, там оставались от голода, умирая. Или я не знаю. Они что, слезут в любом случае потом. Куда им нахуй деваться вообще? Они же не могут еще выше залезть, поэтому они либо вниз, либо нахуй, ну, сидеть там и умирать от голода. Но я думаю, вряд ли животное будет заниматься такой. Но в итоге они березы срубили. Так, ребят, кто здесь есть? Я тут. Мирный вроде совсем недавно еще был тут, но туда идет. Давайте капитан драфт сыграем. Давай. Может, обычный капитан мод? Не, давайте капитан драфт, там 20 героев на него продается. А я его буду обучать. Тогда как он проход. Да. Кстати. А, на рейтинг сыграем, да? Нет, не драфт. Бля, так ну нахуй тогда. А, ну давайте тогда на рейтинг. Короче, там одна игра у нас осталась как раз. Сами там что-то побегать и писал, не надо, но они тут подписали. И на остальном нехило пошло. Алло? Да, да. Алло. Мирный, мы решили капитан мод сыграть. На рейтинг. Да, поставьте, что играть как ультраком. А, сейчас. Поставил. Вика, давай. Бля, оставьте эту музыку. Что-что? Оставьте эту музыку, это охуенно. Там все поставили играть в ультрахок? Ну, скол. Нахуй не мешает. Тут просто, короче, вебмука. Ну, типа, из того же ностальгии треда. Давай ты поищи на гроб. Так, все играем как ультракок. Галочка. Вик, ты поставила? Вика. Да, она поставила. Ророшах. Я, короче, вот как бы уже начал записывать, ты мне уже после этого сказал. Я там аудио удалю, чтобы у тебя не было, вот, чтобы претензий, короче, не было. Вообще базара нет, все. Чтоб в следующий раз предупрежу. Ну, я просто начал в доту играть до того, как ты записывал. Окей. А мой годовасик Тугасерия, что только не делала, но по каке получается плохо. Кушает сисю, прикармливаю кашками и пюрешками. Регулярно прокукиваю ребеночка, пою фенхелем. Что сделать, чтобы ребенок сделал стринг-стринг? Ты такой поем. Блядь, ну нахуй так жить, господа.
Больше фенхеля этому ёбку, блядь. Пацаны, вы знаете, какую я видел картинку на сосаче? Мне аж стыдно, блядь, её, короче, описывать. Там, короче, сидит тёлка, мамаша, короче. У неё там ребёнок, короче, в подгузниках. А у неё, короче, на голове подгузник в стратой, короче, с говном. Стратой, блядь. Найдите мне это. Нет у тебя температуры, потому что... Есть. На жопе шерсть, блядь, нету температуры. А термометр есть в вашем доме? Есть, блядь, вот, короче, он не показывает, он показывает, что у Вики нет температуры. Но Вика, как настоящая женщина, она говорит, что... Не-не-не, Вик, нихуя, против физики не потрёшь. В нашей вселенной термометры показывают. Бля, мы, короче, играем, короче, это Construction против Нарфектонии. Короче, мы теперь уже не ультракокнеры, мы теперь Украинин Крю, короче. Не, просто... Украинин. Блядь, Зикал, я не успел, нахуй. Зикал, вот какого хуя опять, Зикал? Да, блядь, в чем разница, ну? Только... Блядь, разница в том, что тебе невозможно доверить вот это вот, блядь. Ты сейчас напитываешь хуйни по ним. Сейчас начнется там, короче, сейчас будем брать виспа, нахуй, блядь. Сейчас все такие там... Я сделал хуёвый пик. Да, Зикал, знаешь, я тебе даже, знаешь, скажу, как это было? Все такие, блядь, давайте вайпера в мид возьмем. Сейчас возьмем вайпера в мид. И Зикал его отправляет в бан, нахуй. Даже я это видел, там не присутствие, нахуй. Ладно, ладно. Сейчас Зигал все сделает правильно, короче. Ну, сейчас эти пидоры запретят. Отлично. Мартра или Тайдхантер? Тайдхантер запрещаем. Мартра или Тайдхантер можно запретить? Нафига Мартру, Мартра... Кстати! Все, бэк. Бэк не въебывайся. Я, наверное, себе Мартру возьму. Да ну вас. Я только не забаню. Да, сейчас баню. Ой, наконец-то воды забанили, я больше за воды не играю. Блядь. Я, знаете, спускать Вику за ВД, это как такую тёлку-блондинку с айфоном за руль, это как КамАЗа вот такого, знаете, блядь, 800-тонного, нахуй. Так, тихо, Энигму баним? Угу. Нет, мне Энигму, пикни. Поздно, сука! Кстати, пацаны, по поводу КамАЗов. У меня девушка, короче, водитель КамАЗов. Дискас, нахуй. Ну, слушай, и как она тебя это... Ну, ты там залезаешь к ней в КамАЗ и начинаешь там за рычаг дергать, да? Она снимает шлюх на рейсе. В смысле, как выйти, команда работает на команде? Не, она не работает, у нее есть, короче, блядь, ну, соответствующая категория, и она приезжает в военный городок и там гоняет на КамАЗе. А, тоже ДОСАВ, да? Угу. Да, это не один, я такой долбоёб, оказывается. А я, короче, на таблетке учился ездить. Вот такое говно, не машина, если честно, господа. А что это? Что за машина? Да, блядь, ну там же, УАЗик, который как этот, фургончик. Зато у нее проходимость охуенная. Ну, блядь, мирный, ну я поспорил, блядь. У нее, знаешь, у нее, блядь, такой есть небольшой бак, у нее скоростя вылетают, нахуй. Бак. Причем это... Не, причем это, короче, не... Ну... Ребят, кого мы берем? Ну, ты хотел Мартру взять. Я хотел Мартру взять, но против Мартру... Только не сосни, короче, хуёв. Против нее будет контрпик, так что... Давай. Мартру в одну сторону. Может, на Омнике кто-нибудь хочет сыграть? На ком? Давай мне. Омника? Нет, конечно же, ёлки-палки. Что, сам, что ли? Кого? Мартру ей. Да, Марту давай. Не, Зигал, Викам, ты Вика лучше за Марту играет, чем ты. Ты чё? Да давай. Нет, я серьезно говорю. Зигал лучше за Нипа сыграет. Давайте, кого пикать? Леона мне пикни. Что у вас пиком? Леона мне пикни. Леона? Нет, только не пикай. И второго героя сразу взять. Так, кого-нибудь нужно под Леона взять у нас, чтобы на лейн пошли. Кого?
Ягу. Да, ну почему за Ягу? Ну какой Яга? Джиггернаут. Это, блядь, это брат его, короче. А ты Рошек, давай ты за Джиггернаут, это неплохой у тебя персонаж получился. Похуй. За Ягу. Так что, Ягу пить? Потому что с нами не было... Или, подожди, или лучше Роршаху в рот Кинга взять, куда пизже будет. Роршаху в рот Кинга лучше взять, короче. Не, Роршах сыграешь за в рот Кинга? Вообще, да пацаны, я же... Давай, давай, Зигал, просто Кинга, короче, или он с ним пойдет на лейн. Зато знаешь, короче, чем вот эти Туазик охуенен, короче, у него только единственный есть, вообще из всех машин, которые существуют в мире, есть так называемый многоцелевой УАЗик. Ты не слышал? В чем его отличие? А он, короче, совмещает пассажирский, нахуй, и, блядь, и грузовой автомобиль, как бы, в одном лице. То есть, больше, короче, ну, ни одной, как бы, машины такой, в принципе, не существует. Ну, он по классу, знаешь, как этот, блядь, Toyota Tundra, так называемая. А, я понял. Это очень редкость, блядь. А, кстати, пикните мне снайпер. Подождите, надо, короче, Зигал, смотри, сейчас нужно будет, наверное, забанить Сайленсера. Да-да-да. И знаешь, что это? Знаешь, что это? Антимаг. Нет, давай забанить. Не нужен он. Я что предлагаю, короче, можно взять Мирану, и это будет очень интересно. Да кто за Мирану будет? А ты катанешь за Мирану? Да, я могу за Мирану. О, давайте я за Мирану. Я могу подсаппортить за Мирану. А кто Леоном будет играть? Ну, если ты Леоном будешь стандовать, я под Леона буду давать эту... Я Леоном не умею играть. Нет, Вика, давай, короче, давай, ты кого выбрал себе? Леона. Все, играешь за Леона, нахуй. Зигал, что думаешь, если Мирану взять на мид, например, или на низ? Мирану? Вообще, Мирану, вот в пике в этом, как ты думаешь? Ну, в принципе, неплохо, потому что в Рейд Кингу тогда не нужно будет шабе собирать. А, и, кстати, нам знаете, что надо, Мирный? Если против нас будет Магина играть, я бы тебе порекомендовал, конечно, Разор отпикнуть. Ну я вот тоже хотел бы, ну... Чтобы он высасывал с него дэмэдж. Ну можно так сделать. Потому что, ну смотри, в чем минус, короче, снайпера, потому что магина к нему будет подлетать и выжигать с него всю ману. Все, как бы на этом все закончится. Так, мы сейчас запрещаем. А Урсу надо запретить. А нахуя? Вингу берут под Урсу. Точнее, Урсу нет. Под... Нет. Да. Они уже взяли Вингу под Антимага. Берут Шару Шамана. Раз, они возьмут. А, кстати, раз тут забанить было неплохо. Да Антимаг и сам может, блин, кануться. Нахуй ему та Винга? Нет, Вингу могут брать... Может, Фру запретим? Давай. Мы сейчас пикаем. Так. Ну, возьми Разора. Да, возьми Разора, и тогда, может, Мирану под конец уже возьмем. Так, Разор. Вы в курсе, что нам придется игру выиграть за полчаса? Потому что если мы ее продлим дольше... Они всего двух выбрали, мы еще не знаем, что ожидать. Да, нет, они уже будут лейт собираться. Винга и... Просто Кексик всегда может взять своего этого... Жедокоптера. Они перебанили к хуям всех охуенных кэрри. Так что... Им сейчас нечего брать такого, что просто, блять. Ну, может, разве что только Вайпер или Медуза. Ну, алхимики. Я думал, я, может, Медузу набить, потому что фантомку они забанят. А под кого Медузу-то брать? Ну? Если Медузу брать, нам нужно, чтобы кто-то хорошо дамажил под Медузу. У нас нет ни одного персонажа, кто-нибудь, который... Да. И причем еще и физически дамажил. О, блин, круто. Ну, Разор, кстати, не зря здесь будет. Ну да, можно будет насосаться, короче. Коваски, а как ваш этот называют? Вот, что такое вот у вас? Что-то Чизинау, это что такое? Это ваш провайдер какой-то? Это наша столица. Кишинев. А, ебаный стыд. Так, хостинг, короче, Молдова СА. Что-то какой-то Интех. Ну, у тебя какой этот? Так слушай, Кексик, у нас, в принципе, ВК есть, который дамажит неплохо. Разор, если насасывается, тот с каким заметил. Чего бы ВК это дамажил? Нам знаешь, кто нужен? Нам нужен Тини.
Рош, о чем ты говоришь? Я так и не понял. Я просто сейчас, короче, проверяю, ну, передачу. 50. Смотри, между нами, короче, пинг 180 миллисекунд. Ребята, блядь, давайте потом покинем за пинг. Кексашка, а ты за тени заебашишь? Я могу за тени. Хорошо, я тогда беру себе медузу. Дигала, возьмем мне кнайп. Она всегда здесь медуза. Тебе он не кнайп? У них же, смотрите, у них же будет дохуя с руки дамага, да, блядь? Давай возьми мне, короче, он не кнайп. Нет, я, короче, себе возьму бурю. Да. И умника. И умника. Только надо сначала, наверное, умника, потому что они теоретически... Да. Ты да, сейчас они его забанят нахуй, короче, просто. Либо выберут, либо забанят. Проблема в том, что хуля сейчас уйдет нахуй в лес, короче, и без дороги. Ребята, саппорты, купите сентри варды. Я коплю, я не могу уже покупать. Да что ты, блядь, на паровоз купишь? Купи варник один, он стоит хуйню. По-любому, у самого две штуки, блядь, голды, короче, не может варник самый купить. Ковальский, вот зацени вот эту ссылочку сейчас тебе скину в этот... в Steam. Запрет. Клинкса сдигал, забань. Клинкса? Или вивера. И похуй, без разницы, в принципе. А, им нужен мидер, подожди, мидер же им нужен какой-то. А вивер это разве не мидер? И вивер, и клинкс это мидер, охуенно. Хорошо, нет, подожди, клинкс, морфа надо забанить. Морфа или что-нибудь такое. Через Россию сыграть. Ну подумаем, посмотрим. Им не нужен мидер. Потому что, ну, в принципе, 180 миллисекунд это да нормально. Да хорош пиздеть, а ну, господа, ну, шляпника забанят. Слушайте, знаете, а вот... Шляпник, я шляпника баню? Да. Да, баню. И что вот за манера, нахуй? Обязательно все по пиздушке, скатить. Ну мы же еще не начали играть, а я аж так вот... Блядь, да фиг решает пол игры, нахуй, ебаный в рот. Ну ты куда важнее, чем, блядь, начали играть? У нас 9 секунд доп времени осталось, блядь. Сейчас бы рандомом все нахуй попадало и... Не-не-не-не-не, не хуюшеньки. Антон, а ты можешь, Зигал, на умникнайта, короче, мышкой навести, вдруг у тебя мышка затормозит, короче, и рандомом хуйня какая-то будет. Так, я тебе умник, умника, да. Так, они еще не решили? Ну, у них время есть, по-моему. Короче, блядь, Вика, Кашкин опять эту суку не дала, нахуй. Ой, это надоело уже. Так, а кто идет? А я иду в мид, что ли, да? А кто за усилера играет? Дигал. Дигал. Сейчас ты Дигал еще интернет выключится нахуй. Он зайдет, блядь, с этого какого. С телефона. Да. Так, ну чё, короче. Я куплю. Ага. Вот Фью, я почему-то, блядь, вот прям вот чувствую пердаком, что именно сейчас у меня перегреется ноут. Подождите, как вард передать, а? Подождите. Control через вард. Control. Control и подойдите кто-нибудь. Кому его умнику. О, все нормально. А, короче. На какую руну мы идем чекать? Я предлагаю вверх. Давайте. Я, значит, смотрите, здесь вариантов два, короче, в принципе. Либо Вика идет с Вратпингом наверх, саппортить ему, и мы идем вниз с Зигалом. Либо Вика идет на низ, знаешь. Братишка, я ж. А он в лесу пиздит, понимаешь, в чем. Я о чем и говорю, я как саппорт, мне невыгодно одному на лейне стоять внизу. Давай два саппорта будут стоять на лейне. Вот, а Рошах один выстоит наверху. Конечно, он стоял уже. Я же Роршах, нахуй, тем более, я, короче, Врайт Кинг, нахуй, злобный король, блядь, гневный, да? Так, у меня вопрос, у меня направлены на действующих? А, то есть я могу просто кликнуть на юнит, и у меня стан пойдет, да? Ага, понятно. Блядь, и все так сразу кучкуются. Пошли на низ, Кексик. Пойдем.
О, куда я пошла-то? Если кнопка тебе, это Зои. Роших, а ты не ревнуешь, что твоя жена с кексиком на ней сходит? Вообще, блядь. Ты че, я же либерал, нахуй. Кексик, а почему у тебя скорость 305, а у меня 290? Тем более, ну, считай, почти швед, если я кексик рядом со Швецией, честно. Там трипл. Какой кошмар! Что же нам теперь делать, короче? Придется как... Смотри, Рошик уже там ебало, короче, чистит на этой мигине. Придется как-то забиться под шканарий. Нифига. Зигал, ты быстро фармишь в лесу? Я-то быстро фармлю в лесу, но я фармлю через мидаж. Что? Какой? 10 секунд. Да ладно, да ну пусть, блядь. В чем проблема паузу поддерживать? Вечно такой бадхерт из-за этого. Ну, блядь, писюн зачесался у человека. Что там такое? Да, прошло уже 10 секунд. Блядь, он, по-моему, секунд 5 потратил только на то, чтобы ген. Ника, зачем ты это делаешь? Я просто учусь делать так. Ты понимаешь, я как бы не постоянно играю. Давайте не будем пушковаться, ребят. Ты, блядь, нам советы тут не давай нахуй. Блядь. Нет, а то он играет же сам по себе. Да я, ну, знаю. Да, а советы нам-то он дает, понимаешь? Да-да-да. Зигал, будь так добр, сделай отводики, как сможешь. Окей. Тебе да, же это ничего не стоит, убили, да? А мы не хотим, чтобы эти хуи со цифрами, короче. Сейчас Вика там будет, и тебя убьют, смотри. Ну нет, блядь, они постеснялись. Да тупые. Я бы до Астана убила бы. Я бы тебя убил уже, ладно. Я бы тоже себя. Как раз я, блядь. А, кстати, довольно ёбнуто этот трипла. В Астана и... Ой. У нас еще лучше добыла. Так, только давайте, короче, после шестого левела, как мы его апнем, короче, все, мы будем ходить вместе. Кексик, ты не стесняйся, иди фарми. Как я буду фармить? Как я буду вилкой фармить? Че, блядь, у меня же молот, нахуй, в руке. Ну, блин, второе купи, чтобы побыстрее фармить. Опа, раз-то. СС, пацаны. А, СС, да, я подожди, вот так напишу, чтобы сразу же, потом как умею, посмотрел. Ага, понятно, СС был. Заебись, блядь. А, это уже фу, не наш. Фу, блядь, Зигал, ну что за... Ты же, блядь, уже... Зигал, блядь, ты раньше был полковник, а, блядь, а теперь ты, сука, блядь, капитанишка, блядь, хуев. Ты даже не старший офицер, блядь. Бей. Ахуй, ти, рядовой хуёк. Рядовой куча. Блядь, рядовой скамейка. Рядовой куча. У тебя есть манг? У меня есть, а у тебя нет. И ты знаешь, мы сейчас что с удовольствием попробуем манной каши. Я бы тоже. Иди свари. Нет. Вик, ну ты ж саппорт, ну иди свари. Еще раз всем привет. Не, я уже... Здорово. Кексик, это твоя реальная апка, да? Сейчас фотка нынешняя. Да. Да, постоянно. Красавчик. Да. Четенько, короче. Да. Ты заценил мой чуб успешного человека? Да. Вик, сейчас тебя убьют. Нет. Не, а что, нормальный такой, типа, вот этот пацан, короче, это же в стиле он этих, одета, 90-х годах, вот эти были, как назывались, как бы, кислотники, ебаные. По-моему, это называлось... Блять, как там... вот смотрите, блядь, Зигал, короче, ебаный, который даже не читал, блядь, сука, Жорж Санда, нахуй, да, и, короче, который не жил в 90-х, он сразу, конечно, поправил, нахуй, Роршика, блядь. Это пиздец, блядь, вообще. Как это называлось? Ну-ка, давай. Блядь, сейчас вспомню. Так, там, смотрите, может, ебаный Вокер пойти на Ви... А, не, он вернулся на Ви. Да ебаный в рот, ну вот что, блядь, мне с этим делать? СС, пацаны. Ты Зигал вспомнить не можешь? Вот так вот.
вот так. Блять, купите варды, окей, выложите на базе, я расскажу. А у меня вот парк, я могу вот сюда тебе воткнуть и живи как хочешь. Зигал, куда ты? Ой, нет! Ой, нет! Купите, ой, говорю, нет. Купи, я поставлю в лесу, ну. Вот тихо. Бля, ебать, копать. Какой тебе варк купить? Я знаю, я сейчас сделал обычный. Да, ты хитро специально сделал, да? Дай мне, пожалуйста. Блять, все пиздят, нахуй. Ничего не слышно. Мы за ворды пиздим, блять. Ребят. Вику убили, блять. Ворды проебали, нахуй. Зигал прилетел из леса, блять, нахуй. Чумной. Чё, блять, молдаванин там советы дает, блять, своим, блять, друзьям, блять, кучей, нахуй.